Вашего мать, Александра Павловна, я призываю вас, придите сюда. Сломать, Александра Павловна, я призываю вас, придите сюда. Поговорите со мной. Сломать, Александра Павловна, я призываю вас, поговорите со мной. Александра Павловна, как вы умерли? Кем вы работали в то время, когда вы были не на пенсии? Александра Павловна, вы рады, что я живу в вашей квартире или нет? Что бы вы хотели передать Крутой Елене Аркадьевне, допустим? Сломать на Аркадий Павлович, что хотели передать ему. Вы сейчас в каком мире находитесь? Александр Павлович, могу я на вас назвать тетей Шурой? Или бабой Шурой? Ну, ладно, я потом узнаю. Ну, вы... Кто с вами сейчас находится? Вы знали, что вы покинете этот мир? Хотели бы вы изменить что-нибудь в своей жизни, в физическом теле? Вы хотели бы, чтобы мы приходили часто к вам на кладбище и общались с вами? Александр Павлович, я отпускаю вас. Спасибо за общение. До свидания.
Очень просто.